Всем привет, с вами Fashion TV и я Богдан Шувалов. Активная подготовка к конкурсу продолжается. Повторение движений, подбор причесок и костюмов, репетиции с утра до самого позднего вечера. Все должно быть безупречно. Сегодня участники приступают к подготовке выступления второго конкурсного дня и споют свои авторские песни. Мы получаем кучу ценных советов, просто с утра до вечера не успеваем все это переварить, порой записываем, да, очень много изменений и в поведении на сцене, в произношении, в пропевке, то есть, ну, проходимся по всем деталям, которые вообще могут быть составляющей номера. It's been great, man. I mean, the first day was a little bit, like we had some problems at first, especially with my vocal cords. But you know, I went to see the doctor. He fixed it, and right now I'm doing well. I'm glad to be here, and everything turned out to be, yeah, fine and as it was actually supposed to be. Yeah, I'm really happy about the performance today. Still some work to do, but we'll manage, and I can't wait to perform. Man, I love Russia. I love the people. You know, y'all are so lovely and so open-minded. Love the culture, man. I'm so glad to be here. Каждый раз, начиная работать с новым артистом, это, конечно, такая игра в пинг-понг. Вы должны сначала друг друга узнать, вы должны понять, кто какая личность, да. Нужно обязательно изучить репертуар человека, да, артиста. То есть, ты основательно так подходишь. Основательно, потому что мало того, что это внешность, все-таки артист – это больше что-то, да, чем просто личность и просто внешность. Tan importante no lo sabía y con unos compañeros y una producción muy profesional y de muy alto nivel. Entonces, eso hace que yo tenga que estar también al nivel y me gusta. Конечно, сейчас меняется репертуар, и в процессе их работы нам приходится менять им имидж. Ребята на себя с удовольствием примеряют образы, и мы их слушаем и стараемся. В музыке, как и в литературе, есть понятие драматургии, и вот нам помогают эту драматургию выстроить. Мы реально помогаем другим конкурсантам в подготовке песен, в записи партий. Это не какое-то вот соревнование, где дух, кто победит. Здесь поддержка, гармония и очень творческая атмосфера. Я думаю, как у Майкла Джексона на записи Триллера было вот что-то подобное. Ну, это большой риск для фестиваля и для рейтинга. В общем, петь молодым артистам свой репертуар, то есть премьерный репертуар, новые песни. Но все надеются и верят, что эти песни, так сказать, зайдут зрителю. Ну, я в том числе надеюсь, что зрители оценят, тем более, две песни, которые будут звучать в моем исполнении, написаны мной. Поэтому это вдвойне волнительно. Я надеюсь, все получится. Я хочу вручить тебе подарок от нашего партнера дневников, британского бренда Maxus. Пользуйся на здоровье. Знаешь, выделять кого-то тяжело, и вообще это такое неприятное занятие выделять. Они все хороши по-своему, время покажет. Свои какие-то фавориты у меня уже есть, но я пока о них говорить не буду, это неправильно. Очень комфортно, очень интересно, репетиции проходят очень насыщенно. И, конечно же, есть изменения, дополнения, где-то что-то поменять, где-то что-то изменить, обрезать фонограмму или поменять свое отношение к песне, или еще какие-то такие мелочи, которые, ну, это не мелочи, но из мелочей, да, и получается такая картинка. С первого дня, как только мы его отобрали, причем отобрали мы его, сразу подбежали к нему на сцене на отборочной туре, он с таким глазом говорит, что вам это не надо. Я говорю, все, ты никуда не идешь, ты садишься рядом с нами. И все, с этого момента мы подружились, он приезжал на примерки, померили костюмы, все отлично, он половину хочет купить. Я буду петь песню Аллы Пугачевой, которая называется «Бумажный змей». «Бумажный змей».
Мы все в самом разном возрасте пускаем в небо бумажного змея. Вот. И самое интересное, что у Аллы Пугачевой одна версия, у Ларисы Долиной другая, у Леонида Агутина вообще третья, совершенно другая. И вот у Леонида Агутина в его стиле, в таком латинском, такая история трубы, все дела. И мне поставили задачу как можно дальше уйти от Агутина в этом отношении. И она получилась такая электронная, тоже очень насыщенная, интересная и в рамках современных тенденций. Ты знаешь, я поменял костюмы, подстроившись под девочек, укоротил. И Александр Давыдович сказал, чтобы я это теперь обратно вернул. Я не знаю, как я это буду возвращать, потому что девочки, конечно, у нас дивы. И захотели, чтобы все было покороче. Вот, сказали, что они хотят быть помоложе. Поэтому мне пришлось укоротить. А теперь думаю, голову ломаю, как мне все это удлинить. Да, и мне приходится сейчас находить общий язык и каким-то образом их уговаривать. Поэтому, да, для меня это экстремально. Visišajt ir ļoti, ļoti draudzīgi, un mēs esam ar visiem sadraudzējušies un neuzskatām, ka tie ir mūsu konkurenti. Šeit vispār nav konkurences gaisot, jūtam nevienam mirklī. Nu, daži ir tādi kautrīgāki, ar tiem mēs neesam vēl iepazinušies, bet pārsvarā ar visiem esam. Каждым днем у конкурсантов остается все меньше времени на подготовку, поэтому музыка на репетициях не замолкает с утра до самого позднего вечера. Но изменения вносятся не только в композициях, но и в имидже участников. Дизайнеры и стилисты работают над преображением и готовят новые образы, которые конкурсанты продемонстрируют уже совсем скоро на сцене New Wave Hall. Телеканал Fashion TV благодарит партнера дневников британский бренд Maxus. Важна каждая деталь. С вами был я, Богдан Шувалов. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. Me encanta Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. Mēs mīlam Fashion TV. We love Fashion TV.